Сәмия Хабибуллаева. Рафик Балитов. Рахмет, Бәрәмрен. Рахмет. Ваши нормы аплодисменты. Я думаю, такую очень красивую песню можно и два раза послушать, и три раза, правда? Рахмет. А сейчас еще одна песня из классического репертуара. Я приглашаю на сцену Наилю Дусметову. Пожалуйста, друзья, встречайте. Что-то сердце растревожено. Наиля Дусметова.
Досметова. Спасибо большое. Наиля Досметова. Дорогие друзья, у меня есть небольшое объявление. После окончания вот этого татарского блока на площадке, где сейчас вот Туреш идет, да, будет татарская дискотека. Поэтому не пропустите, обязательно мы вас ждем и там. А сейчас мы продолжаем наш концерт. Я приглашаю на сцену еще одного популярного автора-исполнителя московского, лауреата конкурса «Зейн».